Экспертное расширение баланс. Экспертное расширение баланс включает в себя два блока. Характеристики пульса и физиологические тенденции в регуляции функций организма. Первый блок. Характеристики пульса. Учитываются 4 показателя пульса. Вега. Частота пульса, тала – уравновешенность, ритмичность пульса, бала – напряжение или сила пульса, тапамана – температура пульса. Эти показатели отражают особенности физиологической регуляции организма. Характеристика пульса тапамана отражает состояние огня пищеварения. Выделяют тикшна агни, сильный огонь пищеварения, сама агни, умеренный, уравновешенный огонь пищеварения, манда агни, вялый, слабый огонь пищеварения. Эта характеристика пульса может служить в качестве одного из диагностических критериев. Второй блок. Блок «Физиологические тенденции в регуляции функций организма». Компьютерная диагностика «Видопульс» оценивает текущее физиологическое состояние конституции. Тип конституции, проявляемый в соотношении вата, питта, капха, ВПК. Определение типа конституции имеет решающее значение при выборе рекомендаций. Выраженность конституционального типа определяется по 10-бальной системе. О доминировании какого-либо типа конституции можно судить, если этот конституциональный тип выражение других в пределах 5 баллов. Если значение доминирующего типа превышает 5 баллов, наблюдается дисбаланс по этому типу. Также может наблюдаться дуальность типов конституции, когда два каких-либо конституциональных типа достаточно равномерно выражены между собой. Если все три типа конституции выражены равномерно, это состояние носит название три доша.